Всем привет, с вами Эльдорадо. Сегодня я вам покажу такую маленькую операцию, как открытие консоли в игре Left 4 Dead. Многие из нас любят играть на своих любимых серверах, но для этого надо в консоли пробивать коннект сервака. Можно обойтись и, конечно, без консоли. Смотрите, как видите, у меня в этом столбике есть такой раздел, как поиск серверов. Это обыкновенный мод, который вы можете найти у себя в мастерской и подписаться на него. Чем он удобен? Вот видите, я его сейчас открыл. У меня сразу здесь вот уже серваки выносятся. И я себе просто захожу, не надо уже никакого коннекта. Просто я нажимаю на сервак, на который я хочу зайти. И у меня заходит на сервак. И я себе играю на нем. Но вернемся все-таки к консоли. Вот смотрите. Сейчас я открыл консоль. Открыл я на него нажатием клавиши русской буквы Ё. Или же английским значком тильдом. Ну, кто знает, тот знает, где он находится, этот значок. Ну, как его открыть вообще консоль? Смотрите. Заходим в параметры. И вот здесь есть такой раздел, как клавиатура мышь. Здесь видите, вот консоль вкладки. У меня он сейчас включен. Смотрите, я его сейчас отключу. Вот. Я его отключил. Теперь я нажимаю ту самую клавишу, на которой открывается. Вот. Видите, он у меня не открывается, потому что эта клавиша у меня не задействована. Сейчас мы его откроем. Ну, как я уже говорил, параметры, клавиатура мышь, консоль вкладки и включаем его. Все. Смотрите, вот видите, вот он у меня уже открылся. Чтобы зайти на сервак, просто прописываем connect, делаем пробел и сюда после коннекта вставляем тот connect, те циферки, на котором мы хотим играть, на котором сервере мы хотим играть. Вот так вот. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Я вроде бы понятно объяснил. Что ж, всем до новых встреч, всем пока.